Виновником страшной аварии в Колорадо оказался нелегальный иммигрант. Полиция Сиэтла приглашает на работу детей, чьи родители нарушили иммиграционное законодательство. Амнистия Байдена. Кому откажут все-таки в грин-карте? И как социальные пособия одного из супругов влияют на получение статуса в стране? А также бесплатное обучение в университете Майами по президентской программе. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет, я Денис Чередов, вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале «Бюро». Ну вот здесь мы обсуждаем только самые важные и актуальные проблемы иммиграции. Ну и, конечно, темы вопросов у иммигрантов, как обычно, много. Поэтому не тратим время зря, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. А еще напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите и какие темы иммиграции вы бы хотели обсудить. Ну и, конечно же, дождитесь ответа на свой вопрос. Также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Ну а мы начинаем. И хочу всем напомнить, что наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке, выходит вечером по Нью-Йорку. Здесь мы обсуждаем только иммиграцию. Итак, сначала новости. Предполагаемым виновником смертельной аварии в Колорадо стал 47-летний нелегальный иммигрант, который несколько раз получал ордер о депортации. Об этом сообщает полиция этого штата. Напомню, что ДТП произошло на трассе 285 недалеко от города Конфер, штат Колорадо. За рулем грузовика находился уроженец Мексики Игнасио Крус Мендес. По каким-то причинам он не справился с управлением и врезался в легковую машину. В итоге один человек погиб. И вот сегодня в департаменте полиции Колорадо заявили, что Крус Мендеса несколько раз пытались депортировать, и он находился в США нелегально. Еще в 2022 году он получил ордер о депортации, однако продолжал жить в стране. Мужчина не стал покидать место аварии и сдался властям. Другим новостям, полиция Сиэтла объявила, что после указа Байдена готова принять в свои ряды детей нелегальных иммигрантов, так называемых мечтателей. Это иммигранты, напомню, которые оказались в США со своими родителями, которые незаконно перешли границу. Ну вот за последние 5 лет по разным причинам полицию Сиэтла покинули 725 офицеров. И сейчас в департаменте дефицит кадров. И вот если раньше в полицию города могли попасть только граждане США, то теперь требования к потенциальным офицерам изменились. Сейчас в департаменте готовы принять заявление от участников программы ДАКа. Все эти дети, которые когда-то приехали в страну нелегально вместе с родителями, теперь могут получить разрешение на работу и пройти конкурс, чтобы попасть на службу в полицию Сиэтла. Ну вот после указа Байдена о временном закрытии границы в США впустили 42 тысячи нелегалов. Напомню, что 2 недели назад президент США объявил, что нелегалам будут отказывать в убежище. Ну и вообще говорили о том, что граница будет временно закрываться. Однако, по данным источников пограничной службы, люди по-прежнему переходят мексиканскую границу. Ну вот США им назначают дату рассмотрения иммиграционного дела в суде, а затем отпускают. Ну и как сообщает издание «Нью-Йорк Пост», нелегалы после этого спокойно уезжают вглубь США и таким образом растворяются по всей стране. Не забудьте поставить лайк этому видео и пишите комментарии. Напомню, что на все ваши вопросы, которые вы нам отправляете по почте, мы обязательно ответим. Но адрес электронной почты YouTube-канала «Бюро» сейчас вы видите на своих экранах. К вашим вопросам мы перейдем чуть позднее, а пока к еще одной важной теме. И вот в редакцию YouTube-канала «Бюро» обратился житель Сакраменто Александр Клицкевич. Россиянин перешел мексиканскую границу в декабре 2022 года с помощью благотворительной организации и запросил убежище в Штатах. Однако через год у Александра закончился срок действия так называемой формы I-94. Ну а суд по делу на убежище назначен только на май 2025 года. Ну и важно сказать, что Александр инвалид по зрению. Здесь в Америке он подтвердил этот диагноз. Однако сейчас не знает, как ему ускорить процесс рассмотрения дела и что делать с этой формой I-94, сроки которой уже просрочены. Ну давайте к нам сейчас прямо присоединим Александра Клицкевича из Сакраменто, из Калифорнии. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Да, спасибо, что нашли время. У вас очень интересная и такая серьезная, важная история. Расскажите, пожалуйста, может быть, что-то вам есть, что добавить? Фамилия Клицкевич, а так вы все, в принципе, правильно сказали. В принципе, все правильно сказали, да. Да, то есть у вас сейчас как бы проблема возникает с формой I-94, да?
Да, потому что, ну, эта форма давала некий статус, а без нее статуса никакого нет. А так как нет никакого статуса, я, к сожалению, не могу продолжить деятельность для, скажем так, для какой-то поддержки по инвалидности, не могу ни инвалидность оформить, ничего не могу сделать. Да, сегодня на ваши, вот, Александр, и вопросы наших подписчиков будет отвечать иммиграционный адвокат Алена Шевцова. Алена, здравствуйте вам. Здравствуйте, добрый день. Да, спасибо тоже, что присоединились. Что бы вы посоветовали сделать Александру? У него есть еще дополнительный вопрос. Да, я не могу сказать, что именно и как можно получать бенефиты на различных основаниях, потому что, во-первых, у нас есть федеральное законодательство по этому поводу, второе — законодательство штата, и многое зависит от того, где именно вы проживаете. Ну, форма 94, тот пароль, который вам давался при пересечении границы, конечно, должна была истечь. Вас, скорее всего, поставили в депортацию, так как должны были поставить, и в течение года по пересечении границы вы должны были подать заявку А-89 на убежище. Если вы ее подали и прошло уже 150 дней, то вы можете подавать на разрешение на работу на основании уже вот этой заявки, 5-летнее разрешение на работу, которое также будет являться, в принципе, подтверждением вашего, ну, какого-то временного статуса в ожидании убежища, пока вы ждете своей даты суда. Да? Дает ли вам этот статус право на какие-то бенефиты? Здесь, к сожалению, я вам не могу сказать. Но вам обязательно нужно получить разрешение на работу на основании заявки на убежище. Да, это я уже получил, это все у меня есть. Меня конкретно интересует вопрос, можно ли продлить эту форму 94, и если да, то как? Потому что есть знакомый, который продлил ее, правда, в штате Каролина, в аэропорту офицеров CBP. Да, форма 94 может быть теоретически продлена только в офисе ICE, то есть это репароль, но, честно говоря, для тех людей, которые находятся в депортации и хотят продлить эту форму, я таких случаев не знаю. То есть обычно офицер не будет ее продлевать. Ну и, может быть, если вы покажете какие-то острые гуманитарные причины, по которым вам необходим именно этот пароль сейчас, может быть, они согласятся. В принципе, это на их усмотрение. Угу. Хорошо, я понял. Смотрите, а если вот у Александра, да, есть конкретный диагноз, инвалидность по зрению, вот, и он подтвердил этот диагноз уже здесь, в Соединенных Штатах Америки, и если, может быть, Саша хочет в будущем, да, быстрее, как бы, да, чтобы ему назначили судебное разбирательство по его делу, да, и рассмотрение кейса на убежище, дела на убежище, это может как-то, Алена, повлиять? Может быть, у вас были там подобные истории? Все-таки вы давно в практике. У меня, к сожалению, подобных историй не было, но любой человек может подать ходатайство о том, чтобы ему побыстрее дали дату суда, так называемый motion to advance your hearing date. В 99% случаев это не будет работать. Но если вы можете показать какую-то острую гуманитарную причину, например, вы действительно нуждаетесь в какой-то поддержке от государства, она вам положена в том случае, если вы выигрываете свое дело, то, может быть, тогда суд вас услышит и даст вам дату суда побыстрее. Но всегда помните, что когда вы идете в суд, не обязательно вы выиграете дело, вы можете его проиграть. Просто имейте это в виду. Да, еще, Александр, да, хотел у вас уточнить по поводу благотворительной организации, которая вам помогала. Просто много наших зрителей и подписчиков тоже пользовался услугами вот таких вот организаций гуманитарных, некоммерческих, когда, ну, очень много людей проходили мексиканскую границу. Вы с ними как-то контакт поддерживаете, они вам чем-то помогают. И, в принципе, вот помощь их как-то отразилась на вашей жизни вот первые месяцы в Америке? Ну, там ситуация произошла такая, что мы попали, скажем так, фактически в последние потоки перед CBP-1, и там не было понятно этим фондам, как им дальше работать. Так изначально, да, они предлагали полную поддержку, вести с документами помощь, оформление, консультирование, даже предоставляли адвокатов. Вот. Но потом у них, именно у нашего фонда, начались какие-то проблемы, и там у них не было понятно, я так понимаю, как они будут работать. Они там то одно сообщение присылали, то будет у них адвокат, то не будет адвокат, то они только документы заполняют, то еще что-то. В общем, это немножко система как-то посыпалась. Но когда мы уже нашли адвоката здесь, в Сакраменто, и они, оказывается, там
начал у них работать, вроде как адвокаты. Даже есть ребята, с которыми мы познакомились уже непосредственно на границе, в ожидании, когда были ребята, даже с ними сейчас сколько, 3-4 знакомых уже выиграли суды, получили уже белую карту. Да, вот просто тогда, если я правильно помню, мы даже с Аленой обсуждали по поводу, да, статуса вот этих организаций, которые вот прям, не знаю, тысячи людей, наверное, да, провели русскоязычных. Да, да. Что как бы будет в будущем, да, как на эти организации будут реагировать и иммиграционные офицеры, и судья, например. Ну вот, как я понимаю, что никаких дополнительных вопросов не возникает в судах. Ну, насколько я знаю, то пока нет. То есть я не слышала, что были какие-то определенные проблемы из-за этого. Uh-huh. А пока вроде все в порядке. Да, спасибо большое. Александр, последний все-таки к вам вопрос. Скажите, вы сейчас вот следите за всей ситуацией, да, то, что происходит на границе с Мексикой. Вот вы считаете, что вам все-таки повезло, я так понимаю, да, пройти, ну, вот этот путь, который сейчас проходят многие русскоязычные иммигранты, которые направляются из Мексики в Америку, или все-таки у вас было все сложнее? Нет, однозначно я считаю, что Господь нас благословил, так как даже есть один мой знакомый, который приехал на границу год назад, наверное, и он ожидал перехода в 7 или 8 месяцев, сейчас он сидит в детеншене, поэтому сейчас там, конечно, ситуация гораздо сложнее. Да, но напомню еще раз, что вы перешли границу в декабре 22-го, да? Да, в декабре 22-го года, и, ну, скажем так, на границе наша же, ну, это длилось где-то месяц. Но сейчас это все, как я понимаю, гораздо сложнее, гораздо дольше. И даже по словам вот моего знакомого, там очереди чуть ли не на 2 года, что ли, не знаю, что-то такое он сказал. Да, в общем, действительно вам повезло. Мы желаем вам удачи в дальнейшем, чтобы вы получили легальный статус в стране, с семьей, как я понимаю. Вот, спасибо, да, что обратились к нам. Из Сакраменто был Александр, россиянин, который получает убежище в Соединенных Штатах. Мы вас благодарим, удачи вам. Да, спасибо большое, удачи всем, до свидания. Ну а мы продолжаем. Спасибо большое, что смотрите нашу рубрику «Надо валить» на YouTube-канале «Бюро». Здесь мы обсуждаем только иммиграцию. И не забудьте поставить лайк этому видео, дождитесь ответа на свой вопрос от нашего иммиграционного адвоката. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Ну а мы продолжаем. Итак, мы уже рассказывали о громком указе Байдена, который предоставит статус сотням тысячам нелегалов США. Напомню, что суть его такая. Нелегальные иммигранты, которые состоят в браке с гражданами США и даже их дети, должны получить законный статус и право на грин-карту. При этом документы можно оформить в Америке. Ну и потом, конечно же, можно получить гражданство. Подавать заявки можно будет уже в конце этого лета. Ну а со вторника, как только вышел указ, нам отправили десятки разных вопросов, связанных с новым вот этим распоряжением Байдена. Ну я обратил внимание на самые важные, выбрал эти вопросы, чтобы задать их иммиграционному адвокату Алене Шевцовой. Итак, Алена, первый вопрос у нас вот от Натальи, которая пишет нам о том, что мой сын уже 15 лет не может легализоваться. У него 4 детей. Весной у него забрали разрешение на работу. И вот здесь возникает 2 вопроса. Может ли он жениться сейчас на американке и получить паспорт? Чуть ли не сразу, пишет Наталья. Ну а если нет, то как ему обратиться и кому, чтобы его депортировали из США в Казахстан? Из-за детей сам он боится на это решиться. Okay. Смотрите, значит, если человек, который изначально въехал легально, женится, выходит замуж за гражданина США, то всегда, вне зависимости от указа Байдена, он мог, такой человек, получить документы. Несмотря на то, что человек мог пересидеть свою визу там 10-15 лет. Да? То есть указ Байдена не для таких людей. Если человек хочет воспользоваться указом Байдена, то он должен был быть женат или замужем на 17 июня 2024 года за гражданином США. То есть если оформляется брак позже, то указ здесь не поможет. И опять же, этот указ, он важен только для тех, кто изначально въехали в Америку нелегально, то есть без визы или пароля.
Ну, а если человек хочет уехать назад, то есть, пожалуйста, ему не нужен никакой ордер о депортации, он просто покидает страну, покупает билет, покидает страну. Зачем вам ордер о депортации? То есть лишние проблемы себе, так сказать, сделать. Поэтому если собираетесь выезжать, просто выезжайте. Вам не нужно, чтобы вас насильно депортировали. Для чего это? Хорошо, спасибо большое. Еще пару вопросов по поводу нового указа Байдена. Галина Шевцова, вот ваша однофамильца, написала нам. Мой сын находится в США более 10 лет. Въехал легально по визе на 3 или 6 месяцев, точно не помню. Ну и по истечении этого срока остался нелегально. Не женат, родился в Перу и жил там до отъезда в Америку. Работает. Есть ли у него шанс получения легальных документов в связи с этой новой амнистией Байдена? Новая амнистия Байдена, если он въехал легально, ему не нужна. То есть амнистия связана, опять же, только с теми людьми, которые въехали нелегально, находятся в браке с гражданином на 17 июня 2024 года. И вот тогда эти люди будут подавать на так называемый пароль на месте, который будет помогать им, показывать, что у них теперь есть легальный въезд, только без выезда за пределы США. Ну а простой человек, который въехал и просто долго пересидел, то есть у него могут быть какие-то лимитированные опции, если оформляется реальный брак с гражданином США, например, либо, не дай бог, конечно, человек становится жертвой преступления на территории Америки, тогда он может подавать на U-визу, T-визу, то есть такие какие-то опции. Но, к сожалению, человек, который просто переселил свою визу, уже по рабочей визе не сможет получить грин-карту. Также не сможет получить грин-карту, если выиграет две лотереи. Спасибо большое. Много вопросов было от просителей убежища, тех, кто находится в ожидании, вот тоже более 10 лет. И они спрашивают, может быть, каким-то образом, там какой-то пунктик в этом указе Байдена касается именно их, потому что они и работают, пишут, и платим налоги, вот, и пока не вышли замуж, кто-то не женился. В общем, я так понимаю, вот в этом указе об этой категории эмигрантов ни строчки. Нет. Эта категория эмигрантов никогда не является какой-то определенной особой категорией, которая выделялась бы в отдельную группу. Просто люди, которые застряли в процессе получения миграционных бенефитов. И проблема этой группы заключается в том, что без интервью, без того, чтобы судья посмотрел на их дело, непонятно, получат ли они свои бенефиты. Если, например, те, кто замужем или женаты на гражданах США, тут у нас понятно, что им всего лишь нужно показать реальные отношения, реальный брак, и человек получает свои документы, то с убежищем все обстоит гораздо сложнее. Оно зависит не только от ваших показаний, но а также от того, что происходит в стране, от которой вы просите убежище, на день, когда вы просите убежище, в конце концов, ваш кейс рассматривается. Поэтому эту группу никогда не выделяли в отдельную группу людей, которые бы претендовали на какие-то бенефиты. Другое дело, что они могут попадать в общую группу беженцев, или не беженцев, а иммигрантов. Например, помните, когда Байден первый раз вот на выборах баллотировался, он говорил, что мы дадим грин-карты всем, кто приехал в Америку там до определенного числа 2020 года. Тогда эта маленькая группа людей, которые ищут убежище, они попадают в более широкий круг. Да, кто помнит круги по логистике? Маленький круг, большой круг, если кто-то когда-то логистику изучал. То есть тогда, если вы попадаете в более обширную группу, происходит какая-то реформа, вы можете воспользоваться. Mm-hmm. То есть, возможно, некоторые люди, которые ищут убежище и также являются замужем либо женаты на гражданах США, но до этого у них не было легального въезда, смогут воспользоваться вот этой программой. И не забываем, что там еще есть строчка по поводу нарушения законодательства, то есть если у вас не было каких-то таких серьезных преступлений. Бэкграунд всегда важен, конечно. Бэкграунд чек всегда важны. И также, если мы будем использовать аналогию с military parole in place, это deferred action. То есть это, так сказать, добрая воля правительства. Поэтому я всегда всем советую прикладывать документы, показывающие, что вы хороший человек. Да, если вы хороший человек.
Да. И еще один уточняющий вопрос. А что с детьми, которых родители привезли легально и потом сами женились, но дети остались без документов? Это вопрос вот этой Екатерины. Спасибо, что вы нам его отправили. А потом женились, дети остались без документов. Если детям не исполнился 21 год, обратите внимание на Special Immigrant Juvenile Status, специальный статус для маленьких детей. В том случае, если у них только один родитель биологический, то есть большая вероятность, что можно получить. Если дети уже выросли, то, к сожалению, тут ничего особого не сделаешь. Такие дети уже взрослые люди и должны искать самостоятельные пути разрешения своей миграционной проблемы. Mm-hmm. Поэтому если, например, такое случается, что у родителей есть какие-то другие планы на жизнь, подавали убежище, когда ребенок был маленький. Теперь приближается 21 год, и у родителей появились какие-то другие планы. Они не хотят уже преследовать это убежище. У ребенка нет других никаких вариантов. Тогда ребенок может самостоятельно подавать на убежище, по крайней мере, у него будет своя заявка, воспользуется исключением из главного правила о том, что нужно подавать в течение года. По приезду. Да. И хотя бы так как-то в некоторых случаях может получить статус. У меня, кстати, есть такое дело сейчас интересное, когда ребенок имеет свое собственное основание, на основании принадлежности к ЛГБТ+, да? Угу. Родитель не хочет продолжать с убежищем, но нужно успеть подать вот в это окно, когда ребенку исполняется 21 год, в течение первых 6 месяцев, чтобы 100% у ребенка было собственное основание для получения убежища. Иначе такой ребенок теряет шансы на любой миграционный статус, если родитель скрывает свое дело. Спасибо большое за разъяснение. Что ж, сейчас еще будет один блок вопросов от наших подписчиков. Ну а пока одна новость. Не забудьте поставить лайк этому видео, пишите комментарии. Вот эта новость. Университет Майами объявил о дополнительном наборе студентов на бесплатное обучение по президентской программе. Итак, до 1 декабря все студенты, которые занимаются наукой и заняты в других сферах, могут подать заявки на конкурс. И вот победители 4 года будут бесплатно учиться вот в этом университете Майами, который вы сейчас видите кадры на своих экранах. Там они получат дипломы бакалавра, и даже у них будет возможность продолжить обучение. В общем, если у вас есть шанс, не упустите такую возможность. Условия президентской программы опубликованы на сайте университета Майами, ну а ссылку мы оставим в описании к этому видео. Спасибо огромное, что нас смотрите. Итак, несколько вопросов. Очень много наших зрителей и подписчиков просят нас уделять больше внимания именно семейной эмиграции. Постараемся это делать. Ну, а первый вопрос у нас от Сергея. Он уже второй раз отправляет свои вопросы, поэтому сегодня обязательно их задаю. В 21-м году выезжал на родину и в 22-м году не смог вернуться вовремя в связи с отменой рейсов. Отсутствовал 4 месяца в 21-м и 3 месяца в 22-м году. Вот адвокаты говорят Сергею, что исходя из практики, миграционная служба откажет в получении гражданства из-за нарушения сроков отсутствия. Нужно ждать 4 года и 1 день с момента нарушения. Как вы считаете, действительно ли это так? Все-таки причина была уважительная, это была пандемия. А я не знаю, потому что получается, что вы отсутствовали больше, чем 6 месяцев, но меньше, чем год. В данной ситуации, если вы можете показать, что у вас не было изначально планов таких на такое долгое отсутствие, что в течение своего отсутствия вы продолжали платить в Америке ренту, у вас был банковский счет, вы как-то отпрашивались с работы, поддерживали связи. Не факт, что иммиграционная служба вам откажет в гражданстве. Но, скорее всего, попросят объяснительную, несмотря на то, что была пандемия. Я это видела во многих кейсах. Да? Mm-hmm. То есть просто сам факт пандемии вас тут не спасет, вам все равно нужно будет быть готовым к тому, чтобы показать, что вы не утратите связи с Америкой. И ну, если вы действительно сможете это показать, тогда вот вы считаете, что у вас есть какие-то бумажки, банковские счета, какие-то вы платили все это время, там с работы отпрашивались, не просто уволились, да, и ушли, а у вас есть какая-то переписка о том, что вы какую-то продолжали связь с Америкой. Тогда, пожалуйста, подавайте на гражданство, пробуйте. Спасибо, Алена, огромное.
Сейчас постараемся побыстрее отвечать, чтобы не обиделись те люди, которые нам отправляют уже несколько недель подряд вопросы. Уточняющий вопрос у Сергея. В свете президентской кампании в США во многих СМИ появляется информация о возможных облавах на нелегалов. Мы об этом говорили по поводу полиции ICE, но вроде как пока мы это не видим по новостям. Даже если это когда-то произойдет, стоит ли опасаться людям, уже получившим убежище на территории США, что за ними все равно придут? Зачем вам опасаться? Если вы уже получили убежище, кто за вами придет? Никто за вами не придет, вы уже получили свой статус, у вас полная защита в Америке. Да? Mm-hmm. Поэтому не, вот этой группе людей кому-кому точно не стоит опасаться. Спасибо. Вопрос по воссоединению от Германа. Можно ли брату, гражданину США, подать на воссоединение двух сестер, гражданок Германии и Литвы? И тест какой нужно страны ДНК или решение суда о родстве в данном случае подойдет? Документов родства никаких больше нет. Отец умер в 2018 году. Как это нет? А где же сертификат о рождении? Тут в основном идет доказательство с помощью сертификата о рождении. Просто чтобы вы знали, тест ДНК не является... хотя и применяется каким-то стопроцентным доказательством, которое будет использоваться иммиграционной службой на федеральном уровне. Uh-huh. Да, это интересно вообще. Но поэтому, если вы не можете доказать по документам факт родства, первичные документы — это сертификат о рождении, свидетельство о рождении, uh-huh. где будет указан один и тот же отец, одна и та же мать, в зависимости... Да, какое у вас родство? Угу. Либо вторичные документы. Например, у сестер отсутствует сертификат о рождении. Но это маловероятно. Если они же гражданка Германии и, по-моему, Литвы, да? Да-да-да. То должны же были быть какие-то документы, на основании которых они получали это гражданство. Поэтому ищите документы, восстанавливайте архивы там, и так далее. Без этого, к сожалению... Я не думаю, что у вас будет успех. Даже если у вас будет этот тест ДНК, который могут попросить потом, но как первичное доказательство родства его не примут. Спасибо большое за разъяснение. Следующий вопрос от Ирины. Она говорит, что мой сын женился на русской гражданке. И в 18 году он подавал на воссоединение семьи жены с мужем и детьми все США, граждане США, а жена нет. Так, сложно. Все документы приняли. Я потом, Ирина перевела наше дело из Москвы в Варшаву и назначили интервью. И начался переворот с Россией. И все визовые центры закрыли. Нам пришлось перенести наше интервью. Но все-таки нам никак не попасть на интервью без шенгенской визы в Варшаву. Мы наняли в США адвоката, чтобы перевести дело в другую страну, где не нужна виза для советского гражданина, но все Соединенные Штаты посольства отказали взять наше дело и не отвечали вообще. И вот теперь визу закрыли, и нас обвинили в том, что это наша вина, но они все, ну, мы все делали возможное, чтобы продвинуть свое дело. Сталкивались ли вы с таким, что вот никто не брал визу то есть в той стране, в посольстве той страны, где не нужно, например, получать шенгенскую визу, не знаю, там, Азербайджан? Нет, к сожалению или к счастью, не сталкивалась. Казахстан берет такие дела и нормально берет, то есть поэтому Казахстан, даже Азербайджан, если не пробовали, попросите, значит, конечно же, чтобы туда переводили дело. Но если никто не взял по какой-то причине, и опять же, я говорю, Казахстан, я знаю точно, что брал и берет такие дела, угу. Если никто не взял, вы обязаны были поддерживать контакт с консульством один раз в год, чтобы эта петиция, которая была подана на гражданку России, не умерла. Да? Если вы почему-то не поддерживали, тогда вам... NVC присылает уведомление о том, что, пожалуйста, узнайте, что если вы ничего не сделаете, мы уже закрыли ваше дело. Они говорят, но если вы ничего не сделаете в течение года, оно будет закрыто окончательно. То есть после такого уведомления у вас еще обычно есть год на то, чтобы реанимировать ваше дело. Да? Поэтому срочно пишите им, говорите, что у меня были какие-то проблемы, там кто-то отказался, я все равно хочу продолжать
значит, работу по этой визе, пожалуйста, переоткройте дело, чтобы не потерять вашу очередь и вашу петицию. Потому что если будет дело закрыто окончательно, вам придется начинать с нуля и заново подавать форму 130, заново все ждать и так далее. Но попробуйте сконтактировать Казахстан. Они обычно берут такие дела. Спасибо огромное. Вот важный вопрос, который касается получения социальных пособий. Многих это волнует, но судя по комментариям и по тем вопросам, которые нам отправляют. Жамол нам написал: «Я приехал в Америку 8 лет назад, и в прошлом году я женился на гражданке США. Недавно мы подали кейс на, ну, я так понимаю, чтобы вот мужчине, да, легализоваться. Но моя жена получает от государства помощь все это время, фудстемпы, талон на питание или карточки, да, на продукты питания. А как это может повлиять на, вот, на статус самого Жамола?» Ну, как это может повлиять? Скорее всего, дохода жены не будет хватать для того, чтобы быть его спонсором, и нужен будет joint-спонсор, то есть еще спонсор-компаньон, который будет как бы замещать ее или вместе с ней спонсировать его. Но я хочу просто вам сказать следующее. Насколько я знаю, и я, конечно, не специалист, если один из членов семьи до брака получал какие-то фудстемпы там, или Section 8 там, и так далее, и оформляется официальный брак, который вам необходимо оформлять для того, чтобы получить грин-карту, мне кажется, что человек, который получал до этого, если супруг имеет какой-то доход, уже не сможет квалифицироваться на эти фудстемпы. Поэтому просто, чтобы избежать какой-то колоссальной проблемы во фроде, и опять же, я не специалист, наверное, кто-то лучше знает, вы всегда должны уведомлять органы, от которых вы получаете какие-то пособия, об изменении вашей ситуации. Понимаете? Потому что если вы этого не сделаете, будете дальше получать свои пособия, пойдете в федеральное правительство миграционное на интервью, просить грин-карту для своего супруга, там проверят всю ситуацию, скажут: «Опа, вы получаете федеральные бенефиты, а для федеральных бенефитов вы говорите, что вы живете одна». И тут возникает большая проблема. Либо вы берете для федеральных бенефитов, либо вы берете для миграционных дел. Поверьте мне, ни одно дело иммиграционное рассыпалось именно из-за этого, что, оказывается, жена получает или там муж получает какие-то социальные пособия, причем еще на адрес во Флориде. Понимаете? Поэтому просто имейте в виду, как только вы оформили легальный брак, обязательно уведомите социальные службы об этом, чтобы не было никаких проблем в будущем. Ну, заберут у вас эти $200, наверное, да? Сколько там фудстемпы, не больше, чем $200. Значит, так и будет. Просто чтобы не было глобальной проблемы. Да, я надеюсь, что вот наши зрители и подписчики, кто нас смотрит, кого волнует вот эта тема получения социальных пособий, естественно, прислушиваются сейчас к вашим советам, потому что на самом деле это важная информация, потому что потом, наверное, трудно исправить, да, ситуацию, если вот откажут молодому человеку грин-карте. Вы не сможете исправить ситуацию, это будет практически невозможно, потому что если офицер примет решение, что вы обманывали его, иммиграционный офицер, то вменит подлог иммиграционный. А также офицер имеет право рапортовать, например: «Ну ладно, я точно уверен, что они вместе живут». Так каким же образом тогда жена квалифицируется на бенефиты, да еще в другом штате? Понимаете? То есть тут такая ситуация скользкая получается. Зачем вам влезать в эту ситуацию? Вы же знаете, в Америке вам дадут сначала $100, а потом попросят 1000 назад. Поэтому просто имейте это в виду. Бывает безвыходная ситуация, и вам необходимы эти бенефиты, необходима эта бесплатная страховка. Но, в принципе, общий такой совет: чем дальше вы стоите от этих бенефитов, тем лучше для вас и для вашего будущего просто. Да, спасибо большое. Вот на этой ноте мы сегодня закончим. Есть еще вопросы, но обещаю, что на следующей неделе обязательно постепенно будем задавать ваши вопросы нашим иммиграционным адвокатам. Алена Шевцова, иммиграционный адвокат, была вместе с нами сегодня в нашей рубрике «Надо валить» на YouTube-канале «Бюро». Мы вас благодарим и увидимся на следующей неделе. До свидания.
Ну, а я, Денис Чередов, благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить». Напоминаю, что здесь, на YouTube-канале «Бюро», мы также рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Не пропустите наш вечерний эфир по Нью-Йорку. Ну и в любое время пишите нам по адресу, который сейчас видите на своих экранах. Задавайте любые вопросы, мы постараемся на них ответить. Спасибо всем огромное за лайки, за ваши комментарии. Спасибо, что смотрите. Увидимся!